Пригородная электричка только что вернулась из рейса Безенчук-Самара и сразу попала на дезинфекцию. Снаружи автоматическая установка моет ее раствором хлора. Затем вагоны попадают в цех, где их уже вручную обеззараживает и отмывает спецбригада. Сначала с помощью пульверизатора химраствором уничтожают все возможные микроорганизмы. Спустя 30 минут уборщицы протирают все поверхности, которых может коснуться пассажир, в завершении моют пол. Работаем от души. Желаем, чтобы вот это, скорее всего, закончилось, чтобы люди могли ходить на работу и все. Чтобы все было хорошо. Вот поэтому и стараемся, чтобы вот не пропустили никакой это, чтобы каждый день отрабатывать то, что нам приказано, то, что нам сказано, мы должны все это сделать, чтобы вот быстрее это все прошло. За сутки в депо «Безымянка» на дезинфекцию попадает 128 вагонов. Они курсируют по Самарской области. Некоторые поезда обрабатывают по нескольку раз, в зависимости от количества рейсов. Как мы начали работу с 20 марта по дезинфекции всех вагонов, у нас пассажиропоток был очень сокращен, в пределах 30% и менее. На данный период у нас пассажиропоток 45-50%, но идет постоянное увеличение пассажиропотока в зависимости от обстановки, которая у нас в Самарской области. В середине мая электрички стали возить пассажиров по летнему расписанию в полном объеме. Желающих уехать на дачу с каждым днем становится все больше, поэтому контроль за соблюдением масочного режима в поездах на станциях усилился. Настоящее мероприятие направлено на исполнение требований законодательства по соблюдению жителями Самарской области масочного режима. Со своей стороны обеспечивается постоянное аудиоинформирование пассажиров на остановочных пунктах. Пассажиры говорят, о мерах дезинфекции знают, и потому в пригородных электричках чувствуют себя в безопасности. А на платформах диктор регулярно напоминает, что нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Соблюдайте личную гигиену. Используйте маски для лица. Откажитесь от посещения массовых мероприятий. Во избежание рисков для здоровья соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.